skrytka jest widziała i si. Pierwotnie po prostu nie chodziła do zewnętrznych ustanów, które pozwalają wyjść faktor wyjaśni na waszym czwartym dzieciństwie. Ваши задачи выбрать тот вариант ответа, который в будущем всем отражает ваши личные убеждения и ощущения. И вы перестараетесь опираться на свой личный, профессиональный опыт. Выполняя просьбу, пожалуйста, помните. В бруснике нет правильных и неправильных. Рекомендуется отвечать в быстром темпе, не задумываясь над каждым утром. Все задания обязательны к выполнению. Тра-та-та-та-та-та-та. Оцените, насколько вас мотивирует или демотивирует работать. То, что написано в утверждениях. Знать, что подробности моей частной жизни интересны большему числу людей. Значит, подробности моей частной жизни интересны большему числу людей. Большему числу людей очень интересно. Необходимость строго следить за своим публичным образом из-за того, что достигла известности. Необходимость строго следить за своим публичным образом из-за того, что достигла известности. Достиг. Ва-ва-ва-ва. Так, достиг известности, поэтому строго слежу за своим публичным образом. Мотивирует это меня или не мотивирует? А если не слушаю необходимости? Я мотивирует нейтральное отношение. Строго следить публичным образом известности мотивирует. Мотивирует строго следить. А? Стать объектом злословия и обесценивания из-за зависти к моим профессиональным достижениям. Очень мотивирует. Значит, что моему мнению доверяют благодаря тому, что я достиг признания. Мотивирует или очень мотивирует. Прислушиваются, доверяют, благодарят, та-та-та-та, признание. Ой, как мотивирует, прям доверяю мнению стать вровень с признанными лидерами в своей отрасли. Зачем вровень-то? Опережать их, опережать, стать вровень. Разве можно? Вровень с лидерами. Самому можно догнать и перегнать. Перегнать лидеров. Вровников. Топтать их, топтать в это, из которого они выросли. Быть известным и чувствовать уважение других людей. Чувствование. Чувствование. Известным и чувствовать уважение других людей. Ой, как мотивирует. Мотивирует. Оцените, насколько вас мотивирует или демотивирует работать работать-то, что описано в утверждении. Демет работать.
то, что описано в утверждении. Работать-то. Демотивирует работать-то. Та-та-та-та-та-та-та. Оцените, насколько вас мотивирует и демотивирует. Работать-то. Работать-то, что описано. Сталкиваться с непониманием своих креативных решений. Это же открываются новые возможности. Попробовать себя в убеждении. Непонятливо. Позвольте вас убедить, милостивые государи. С преисполненной битой. Та-та-та-та-та-та. Очень мотивирует. Очень. Рисковать выполнением рабочих задач и нежелание вписываться в узкие рамки и применять стандартные подходы. Любим рисковать выполнением рабочих задач и нежелание вписываться, рисковать. Рисковать нас очень мотивирует из-за нежелания. Естественно. Необходимость постоянно создавать свежие творческие решения, соревнуясь с другими креативными людьми. Создавать что-то новое, реализовывать свой творческий потенциал. Предлагать новые и нестандартные способы решения задач. Иметь возможность применять в работе свои новаторские идеи. Делегировать задачи, даже когда есть риск, что работа будет сделана хуже. Хуже. Мотивирует это меня или нет? Очень мотивирует. Это интересно. А справится товарищ или нет? Можно ставки делать. Букмекерской конторе. Развивать свои управленческие компетенции в ущерб профессионально. Профессион де фуа. Развивать свои управленческие компетенции в ущерб профессионально. Мотивирует. Нести ахинею. Нести ответственность за недоработки и ошибки своих подчиненных. Естественно, я готов ответить за все, за все. Руководить людьми и гордиться достижением поставленных им целей. Вся на тюрьмах. Заниматься стратегическими планами организации. Делегируя рутинные задачи, это мотивирует. Организовывать процессы в проекте и работу других людей. Организовывать процессы в проекте, это я обожаю. Организация планирования и управления предприятием. Это такая прелесть. Организовывать процессы. Проекте и работу других людей. Помогать людям, даже если придется жертвовать личным временем. Помогать людям, помогать. Это вот 5 часов с половиной болтать с макароном, понимаешь? С ефрейтором Шмульке, который мнит себя канцлером Германии. 5,5 часов, как зарядить и помогать, сидеть в кабинете за длиннющим столом и болтать 5,5 часов. Жертвует своим личным временем. Оно не личное. Это время. Можно было бы потратить на решение производственных
случилось и какое личное время? У нас ненормированный рабочий день, какое личное время? Не может быть личного времени. Что это такое? Нейтральное отношение. Помогать людям, даже если придется жертвовать личным временем. Нейтральное отношение. Очень мотивирует. Нейтральное отношение. Это хорошо вот так вот. Сразу легче стало. Обнулили этот глупый вопрос. Так. Ставить потребности других людей выше, чем собственные потребности других людей. Помогать людям. Превыше максимальное количество ответов. Ставить потребности других людей выше, чем собственные потребности других людей. Помогать людям. Ставить выше. Так, сталкиваться с неблагодарностью, потребительским отношением, когда помогаешь другим. Добровольно брать на себя роль наставника или ментора для коллег. Ну, так наставник или ментора? Ментор. Добровольно брать на себя роль наставника. Наставника. Бескорыстно участвовать в жизни коллег, помогать им. Помогать коллегам, испытывающим трудности в работе, ничего не ожидая самим. Тратить силы и время на изучение того, что может никогда не пригодиться в работе. Тратить силы и время на изучение того, что может никогда не пригодиться в работе. Тратить значительные деньги и ресурсы на учебные курсы, тренинги, развивающую литературу. Чувствовать, что скорость развития индустрии быстрее, чем моя способность учиться и развиваться. Чувствовать, что скорость развития индустрии быстрее, чем моя способность учитывать и развиваться. Непрерывно развиваться в работе как профессионал. Благодаря постоянному обучению новому оставаться очень востребованным в профессии. Благодаря работе развиваться как личность, лучше понимать себя. Благодаря работе развиваться как личность, лучше понимать себя. Отвечать за репутационные ошибки организации, где я работаю, в кругу близких друзей. Учитывать, как мое поведение в повседневной или частной жизни может отразиться на имидже моей организации. Работать в престижной организации
но имейте из-за этого ограничения, например, в карьерных перспективах или оплате труда. Гордиться организацией, в которой я работаю. Разделять ценности организации, в которой я работаю. Ценности. Разделять. Чувствовать свою сопричастность к достижениям организации, где я работаю. Не иметь возможности разделять задачи и ответственность с другими людьми. Полагаться только на себя, не иметь поддержки коллег. Себя без поддержки. Не иметь возможности разделять задачи и ответственность с другими людьми. Только на себя, не имеет поддержки коллег. Мотивирует это без поддержки, только на себя. Только на себя. Копеечи все от меня зависит. Та-та-та. Без поддержки. Мотивирует это меня без поддержки. Работать анонимно, автономно. Работать автономно, не имея возможности посоветоваться с коллегами. Самостоятельно планировать свою работу и расставлять приоритеты. Что конечный результат работы зависит только от моих усилий. Быть независимым специалистом, который может работать в любом месте в любое время. Работать так, чтобы учитывался только общий результат команды, а не индивидуальный вклад каждого. Всегда ставить общие цели выше собственных амбиций. Подстраиваться под интересы группы, игнорируя свои собственные. Подстраиваться под интересы группы, игнорируя свои собственные интересы. Интересы. Точно знать, что коллеги придут на помощь, если я столкнусь с проблемами в работе. Решать возникающие проблемы сообща одной командой. Чувствовать
чують себе членом сплоченого колектива при решении рабочих задач. Так, браться за неинтересные мне задачи, если они хорошо оплачиваются. Добиться тем, что моя работа хорошо оплачивается, при том, что это единственное достоинство этой работы. Выбирать работодателя только по размеру зарплаты. Иметь обширные возможности для повышения своего заработка. Иметь обширные возможности для повышения своего заработка. Благодаря работе иметь высокий уровень жизни. Знать, что мой труд оплачивается выше, чем у других. Регулярно участвовать в корпоративных мероприятиях, таких как тимбилдинг, даже в ущерб личным интересам. Принимать точку зрения по рабочим вопросам, с которыми согласен, чтобы сохранить хорошие отношения с коллегами. Терпеть работу, не устраивающую по условиям ради хорошего коллектива. Работать вместе с людьми, которые мне нравятся. Чувствовать, что на моей работе люди заботятся друг о друге. Заботятся. Иметь общие интересы с людьми, с которыми я работаю. Общие интересы с людьми. Интересы. Это что, на рыбалку вместе ездить или на футбол ходить? Ну, это как-то без разницы. Так, участвовать в однотипных проектах на протяжении продолжительного времени. Иметь хорошие условия трудового контракта, но без перспектив роста. Работать в стабильных условиях, но с очень жестким режимом работы, например, нельзя изменить часы работы или взять несколько часов под свои дела в течение дня. Иметь гарантии стабильной занятости. Иметь возможность планировать свою жизнь на несколько лет вперед. Жизнь планировать на несколько лет вперед. Иметь постоянный и предсказуемый график иметь возможность планировать свою жизнь на несколько лет вперед. Иметь постоянный и предсказуемый график режима работы. Работать в организации, где новичкам сложно противостоять мнению давно работающих сотрудников и сложившимся традициям. Строго придерживаться рабочих правил, даже если они уже устарели. Выбирать способы решения задач, проверенные временем, даже если они кажутся мне менее эффективными. Иметь устоявшиеся рабочие инструкции, стандарты, по которым можно решать большую часть задач. Иметь устоявшиеся корпоративные нормы и правила, которые соблюдают все.
следовать устоявшемуся пути построения карьеры, характерному для моей профессиональной области. Господи, это сколько же? 75% только. Получим других людей, берясь за новую сложную задачу. Рисковать статусом, деньгами или репутацией в случае неудачного выполнения сложной задачи. Включать рискованный проект с ненадежным будущим, но многообещающей идеей. Успешно решать на работе задачи, которые никто раньше не решал. Браться за то, что другим не удавалось, и реализовывать это. Совершенно то же. Успешно браться, браться, это успешно решать. Что другим не реализовывать это. Успешно решать. Успешно соревноваться и побеждать конкурентов в борьбе. Увольняться, если труд не ощущается осмысленно. Сталкиваться с непониманием или неодобрением моей работы, которую я вижу смысл. Выбирать место работы, которое отражает мои ценности даже в ущерб карьере или заработку. Ценности карьере или заработку. Знать, что моя работа нужна и полезна людям. Нужна полезным людям. Знать об этом. Моя работа полезна людям. Я знаю об этом. Меня это мотивирует. Она полезна людям. Работа. Чувствовать, что моя работа имеет смысл. 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 Видеть результат моего труда и понимать свой вклад в дело. Результат. Ну ладно, смысл результата, ну конечно. А как без него? Чувствует необходимость карьерного роста из-за ожиданий окружения. Чувствует необходимость карьерного роста из-за ожиданий окружения. Я не понимаю. Подвергать риску близкие отношения, если они мешают карьере. Наживать недоброжелателей из-за успехов в карьере. Видеть свои карьерные перспективы и стремиться к ним. Карьерные перспективы. Быстро продвигаться по служебной лестнице. Гордиться своим высоким рабочим статусом. Быстро
видеть свои карьерные перспективы и стремиться к ним. Так, добиться своим высоким рабочим статусом. Быстро продвигаться по служебной лестнице. Видеть свои карьерные перспективы и стремиться к ним. Хороший солдат всегда стремится стать генералиссимусом Суворовым. Карьерные перспективы, продвигаться по служебной лестнице, родиться своим высоким статусом, продвигаться. Это мотивирует. Оцените, насколько вас мотивирует или демотивирует работать. То, что описано в утверждении. Так, выбирать привлекательную для себя работу. Даже если она связана с рисками для жизни. Пожарный монтажник. Я не люблю ни пожарного, ни монтажника работу. Работать в трудных условиях труда. Например, если работа будет разъездная под открытым небом. В контакте с вредными веществами и т.д. Даже если работа не подходит, как она может подходить. Иметь ненормированный график. Перерабатывать. Работать в безопасном, светлом и удобном помещении. Безопасном, светлом и удобном помещении. Работать в организации, где есть условия, чтобы заботиться о своем здоровье. Например, медстраховка, бассейн, качественная столовая. Работать в организации, где есть условия, чтобы заботиться о своем здоровье. Например, медстраховка, бассейн. Качественно столовая. Есть условия. Как это может сказываться на работе? Работа это мотивирует работать. Так, работать в комфортных условиях, не подвергаясь холоду, жаре, шуму, непогоде. А это, конечно, мотивирует. Это так мотивирует все. Вот. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире.